Пожарная машина у роддома. В перинатальном центре переполох. Горит не здание, а сердце молодых отцов. Вызов сегодня очень романтичный, а повод – главный весенний праздник – 8 марта. Пожарные готовят технику, на стреле они поднимут счастливых пап к их женам. Любовный порыв поддерживает Владимир Додонов, по призванию многодетный отец, по профессии – спасатель. Моя жена сказала, а почему ты мне так не сделал? Поэтому я считаю, что это нормальное явление, делать подарки, тем более в такие праздники. Букеты из ромашек в руках у Петра Кольцова. Теперь он дважды папа. 4 дня назад в семье родился сын Федор. Петр признается, он счастливый отец и муж. 14 лет. Свою жену Ксению обожает, старается радовать необычными подарками. Супруга в этом плане тоже не отстает. На день рождения мужа родила настоящего богатыря. Малыш и мама чувствуют себя отлично, но очень скучают по папе. Я не ожидала вообще от него поступка такого, потому что вообще он боится высоты. Мы ждем его теперь, когда поднимется. Подарки часто делает тебе? Да. И Ксения – семья из Владимира. Знают друг друга с 16 лет. Познакомились в компании друзей. Петр впервые видит сына, еле сдерживает эмоции и просит открыть окно, чтобы послать воздушный поцелуй любимой жене. Я сейчас чувствую себя суперменом. А ты супер-герой. Есть супермен. А ты мой супергерой. Спасибо. Спасибо тебе за сына. Спасибо. Очень приятно. Супергерой? Супергерой. Скорее домой будем собираться. На высоте сегодня в любви признались еще 2 мужчин. Для каждой дамы такой подарок – приятная неожиданность. Молодые мамы не стеснялись слез. Они от радости такой необычной встречи. Трогательные признания и теплые слова – все ради женской улыбки. По-настоящему огненный подарок от владимирских мужчин поддержали и в МЧС, и в региональном Минздраве, и в перинатальном центре. Вы знаете, до слез, до мурашек, в общем-то, потому что рождение ребенка, выписка – это такое событие, у кого-то один, у кого-то 2 раза в жизни, у кого-то, может быть, 3 раза в жизни, но это огромное событие. Для нас это работа, а для наших пациентов это на всю жизнь. Эту весну 3 молодые семьи точно не забудут. Своим поступком владимирцы вновь доказали – они самые галантные мужья и романтики по натуре.